Наш вопрос заключался в том, как сделать БГУ не только поставщиком кадров, но и поставщиком специалистов, которые могли бы генерировать и реализовывать идеи, а также внедрять технологии. Наша первая идея заключается в организации пространства для коворкинга, где студенты могли бы обмениваться мнениями. Следующая наша идея заключается в том, чтобы дать студентам свободный доступ в послеучебное время к научным лабораториям университета. Нам кажется важным внедрить междисциплинарный подход в систему обучения с целью всестороннего развития специалиста и дать возможность студенту посещать курс, не принадлежавший его факультету. Еще одна наша идея заключается в том, чтобы создать интернет-портал, на котором размещались бы идеи студентов, у которых нет либо времени, либо возможности, либо способностей в их реализации. И, как итог, мы предлагаем создать интерактивный календарь мероприятий БГУ с целью оперативного информирования студентов о предстоящих мероприятиях.